Перед вами шелковица плакучая, это штамбовое дерево, он с такими ветвями, которые свисают до самой земли. Большое количество листьев и густые побеги способны за короткое время сформировать вот такую вот густую крону, шапку, прямо которая будет шатром спускаться вниз до самой земли. Есть вот данное дерево, оно где-то в районе 2,5 метра в высоту, а рядом вот это маленькое дерево, оно 1,70 метра в высоту. При выборе шелковицы стоит учитывать высоту штамба, так как дерево расти в высоту уже будет, ну, максимум на 0,5 метра. Вот если вы видите, где заканчивается штамп, вот заканчивается штамп, и ну вот сколько еще там, сантиметров 30, ну 40 сантиметров ветви растут вверх и потом изгибается и до самой земли. За сезон легко вот такое вот дерево опускается ветвями до самой земли и потом уже может даже стелиться по земле. Это вот зависит еще от штамба. Весной обрезают, если вы, наверное, видели на городских улицах, обрезают по самые, оставляют 2-3 почки. Вот так вот обрезают веточку. И такие обрубки, а потом эти обрубки пускают много-много из каждой почки ветвей. Вот таких вот густых. Вот. Есть большое количество шелковицы, большой выбор. И часто вот нас спрашивают, когда покупают шелковицу, не будет ли она пачкать землю под собой. Это декоративная шелковица, и она практически не дает плодов. Вот сейчас август месяц, вы видите, что на вот этой шелковице вот нет ни одного плода, вот вообще, то есть нет плодов. И, соответственно, на земле тоже нет ни одного плода, ничего не падало, ничего не растет. То есть даже если вы захотите, чтобы у вас была шелковица, вам лучше взять обыкновенную шелковицу. А если вы хотите красивую, вот такую декоративную, то, соответственно, можно смело садить ее в любом парке, в любом палисаднике, на газоне, и быть уверенным, что под ней вы не запачкаете штаны, даже если прислонитесь, сидя к стволу. Вот такая вот красивая шелковица. Приживается, кстати, она очень хорошо. И в отличие от других деревьев, скажем, того же клена, у нее приживаемость просто шикарная. Копается даже ком у нее чуть-чуть меньше, чем у клена. Или липы той же самой. И она вот недавно пересаживали деревце маленькое. У нее вот так получилось, что осталось 2 маленьких волосочка вместо корней. Ну вот обрубили то корни. Пересадили, через год оно дало такие красивые побеги. И вот сейчас оно уже третий год растет. И 100% оно прижилось. То есть вы можете себе представить, что даже самым маленьким корнем вот такое вот дерево способно прижиться. И не требует оно к себе какого-то дополнительного ухода. То есть удобрения того же самого, там, как на туей, полив частый. Она хорошо переносит засуху, хотя любит полив и хорошо на него отзывается вот длинными ветвями. Но также, если, скажем, нет возможности поливать часто, то можно вот так оставить, и она будет расти. Шелковица очень хорошо приживается и очень хорошо смотрится. Она хорошо смотрится в аллейных посадках, хорошо смотрится как центр какой-нибудь клумбы или какого-нибудь палисадника, так как она может создать красивый шатер, который будет спускаться до самой земли ветвями и таким образом сделать такую вот красивую крону и как центром выступать. Заказывайте шелковицу на сайте Plantium.D.